Сегодня вечером копили, и вот капли от серебряные от наших слушателей. Мы им задали вопрос, что у них есть из 60-х. Маргарита Шубина. У меня от 60-х холодильник «Бирюса». Купленный на декретные после моего рождения деньги в 67-м году. Ты подожди, на одни декретные можно было купить холодильник? Ну, наверное, как-то так. Вот дочка родилась, как раз Маргарита. Не купить ли нам холодильник? Теперь нужно. Свадебные фото моих родителей. До этого обходились, а сейчас уже все приперло. А знаешь, как я тебе скажу? Это же даже в фильмах тех самых есть. Они вывешивали за окно на подоконник и боролись с птицами. В авоське. Да-да-да, которые... Клевали. Клевали, так и было. Молочную кухню, как сейчас кондиционеры висят. Вот эти мешочки за окном, правда? Так, Олег пишет нам. Чуть не проспал сбор воспоминаний 60-х. 64-й, диплом вуза. 64-й, удостоверение инструктора подводного плавания. 67-й, свидетельство о браке. 68-й, метрика сына. 69-й, в сентябре, начало стажа в Гренобле в Центре научных исследований. Да, Олег, вам есть чем поделиться, это явно. Сергей Аксенцев, у меня из 60-х есть стол и стул, которые достались мне от бывшего хозяина коммунальной квартиры. Стул отреставрирован. И со столом, в общем, тоже. Все это теперь в новую квартиру переехало. Радислав пишет. Из 60-х я застал романтику и романтиков освоения западносибирских нефтегазовых месторождений и двух последних настоящих мужиков, умелых бродяг и нелицемерных идеалистов. Романтик. Ну, вам что-то мужское, мне кажется, вот для мужской аудитории тоже вот как-то либо привлекать какого-то гест-старта тоже вот. Ну, чтобы куда-нибудь вот в Ноябрьск, маскулинность, да? Была какая-то там тоже, ну вот, потому что у вас девочкинское все такое, вы же, наверное, еще наряжаетесь, да, платьице. Ой, конечно, мы наряжаемся, у нас есть подружки, марка Миссис Померанц, которая шьет как раз платье в духе с приветом в 60-м. Прекрасно, прекрасно. У нас есть время еще на стихотворение, Алис. Да, я бы, так как я читаю стихи трех поэтов, Ахмадулину и Казакову я уже прочла, а еще есть Роберт Рождественский. И стихотворение называется «Королева пляжа». Немножко заикаясь, это нужно читать. Нет, вот я, кстати, с таким удовольствием слушаю, как читает сам Рождественский, но так как я девочка, я могу читать совсем по-другому. И была там королева пляжа. Пляж, лениво вглядываясь в волны, по утрам дымился, будто плаха после исполнения приговора. В этот час, как будто отвлеченно от погоды, моря и вселенной, шла по пляжу рыжая девчонка. Мы ее прозвали королевой. Проходила, как землетрясение, проходила вызовом веселым. По уютным письмам и по семьям шла она нежданным ревизором. Очень жглась и слишком понималась, от прически до ногтей крамольно. На локтях мужья приподнимались, говорили: чудо — это море. Только жены не желали чуда. Вздрагивали жены, будто чуя недруга. Едины и усердны расставляли крылья, как на сетке. Их глаза решимостью сверкали. Королев проходила мимо, а они ее вовсю свергали и топтали, и до дна громили. Косточки в муку перетирали, заходясь в высоком наслаждении, потому что были мастерами в этом самом очень женском деле. С ними было спорить бесполезно. Королева шла легко, спокойно, и плескалось море в королевстве, и синели в королевстве горы. Королевство, это было видно, разделялось на две половины. На одной — святое раболепие, на другой — проклятие королеве. Мне кажется, старик Рождественский сделал свой ремейк на девушку из Ипанемы. Нет, это Оленина заслуга.